Медицинское оборудование нового поколения завезли в центральную медико-санитарную часть Ульяновска. Речь идет о мобильных аппаратах искусственной вентиляции легких. 51 аппарат привезли с Уральского приборостроительного завода. Общая сумма закупки около 57 миллионов рублей. Еще 6 аппаратов передали больнице в рамках гуманитарной помощи. Все аппараты соответствуют современным требованиям безопасности, оснащены устройствами аварийного сигнала, высокопоточными методами, мониторами. Аппарат имеет несколько режимов вентиляции, чтобы подстраиваться к дыханию пациента. Также модели оснащены регуляторами воздуха и кислорода, благодаря чему формирование воздушного потока идет через внутренний генератор. На данный момент учреждение полностью укомплектовано аппаратами ИВЛ. На базе больницы проходит лечение больше 300 человек. У 150 из них подтвержден коронавирус. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Управда ТВ.